Дорогие, и сегодня у нас с вами пойдет такая тема о тинтах для губ. И сегодня хочу вам представить вашему вниманию два тинта вот таких вот от Everline Cosmetics и вот такой вот один фломастер от Catrice. Поборемся, посмотрим, на что они способны, и поехали! У нас вот Catrice Color Infection Hour Glass. P50 называется Red in the City. Вот такой вот у нас красивый бордовый насыщенный оттеночек. В принципе, держится оно неплохо, но скажу, что это не такой тинт, который впитывается в губы и вот держится целый день. Да, он присутствует на губах, немножко их стягивает, но чтобы сказать, что вот накрасил и вот точно все держится, нет, он немножко вот тут вначале вот скатывается, немножко на губах смотрится нелепо как-то, да, а то ли карандашом как-то их надо тинт, потому что как самостоятельное средство оно смотрится как-то более нелепо, мне кажется, так оно смотрится как недополнение к чему-то, так что в принципе обычный такой тинт, можно сказать, который вот не оправдывает себя по стоимости, по-моему, он стоил 80 гривен, если я не ошибаюсь. Средство матовое, да, оно симпатично выглядит, но оно как-то, знаете, вот выглядит как будто вот чего-то хочется еще нанести, руки прям вот лезут, хочу какой-то карандаш там подвести как-то, чтобы оно смотрелось более живее, как-то интереснее. У меня два таких вот от Everline Cosmetics, два обычных тинта для губ. 16 часов. Кстати, 16 часов, я бы сказала, что они не держатся. В принципе, тинт для губ, оно очень сильно въедается. Если, допустим, вы допустили какую-то ошибку, немножко вылезли за контур губ, оттереть просто вот невозможно. В моем случае я не смогла оттереть, потому что очень сложно это было сделать. Мне два оттенка, в 119 оттенке и в 120. Я немножко перепутала, хотела взять другой, и получилось у меня почти два одинаковых оттенка. А выглядит это все таким вот образом. Обычно использую, как у обычного блеска. Вот 119 оттеночек, это у нас более такой персиковый с розовинкой. А вот 120 идет более такой ядреный розовый, скорее как переспелая немножко какая-то роза, я не знаю, как это назвать, честно говоря. Темногубы, два оттенка кажутся абсолютно одинаковые, что 119 и 120 оттенок. В упаковке только кажется вроде немножко персиковый, немножко розовый, на губах совершенно одинаковые. Так можно сказать, что тинты для губ нормальные, пользоваться ими можно. Оттереть невозможно, можно промокнуть салфеточками, чтобы оно смотрелось как более помада для губ. А так, в принципе, я могу вам советовать. Подтерла вот салфеточкой, тинт просто въедается в губы, стереть просто невозможно. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и добавляйте комментарии.